В Оренбургской области введена в эксплуатацию очередная солнечная электростанция мощностью 25 мегаватт. Энергетика и ТЭК в области введена в эксплуатацию очередная солнечная электростанция мощностью 25 мегаватт. Как сообщила пресс-служба компании «Хивел», в Оренбургской области введена в эксплуатацию Домбаровская СС мощностью 25 мегаватт которая 1 декабря 2019 года начала отпуск в сеть. С введением новой электростанции общая мощность СЭС региона составила 140 мегаватт. Все комплектующие электростанции произведены в России, в частности гетероструктурные и солнечные модули произвел завод Хевел в Новочебоксарске, Прогнозная годовая выработка электроэнергии Домбаровской СЭС составляет 30 миллионов кВтч, что позволит избежать 16 тысяч тонн выбросов углекислого газа и сэкономит 4 миллиона кубометров природного газа ежегодно. Построенные и введенные в эксплуатацию в Оренбургской области компания Эхивел СЭС. Переволодская СЭС мощностью 5 мегаватт введена в мае 2015 года, о чем сообщил сайт «Сделано у нас». Плешановская СС и Грачевская СС с мощностью 10 МВт каждая обведены в конце декабря 2016 года, о чем сообщил сайт «Сделано у нас». Солилецкая СС мощностью 25 МВт введена в мае 2017 года, о чем сообщил сайт «Сделано у нас». Чколовская СС мощностью 30 МВт введена в марте 2019 года, о чем сообщил сайт «Сделано у нас». Григорьевская СС мощностью 10 мегаватт введена 1 июня 2019 года, о чем сообщил сайт, сделано у нас. Елшанская СС мощностью 25 мегаватт введена 1 июля 2019 года, о чем сообщил сайт, сделано у нас. ГГЛ